Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, и сегодня мы поиграем в игру, которая называется King of Defense. У нас тут вторжение. Ёлки-палки. Я Лиса, жительница замка Эдуард. Нам нужна помощь командира для борьбы с вторжением орков. Командир, пожалуйста, постройте башню лучника, чтобы предотвратить первую атаку врагов. Куда я ее поставить должен? Сюда. Окей, лучники. Лучник оснащен деревянным луком на турелях. Могут стрелять воздушно-десантными частями. Окей. И сюда еще, да? Ладно, поставим. Вызываем. Воу-воу-воу, смотрите, ребята, аж бедные овечки поулетали. Так, ну что, у нас тут, я так понимаю, варги бегут, да? Валуны какие-то на нас тут метнули. Я надеюсь, мы справимся здесь. Так, а могу я еще поставить? Могу. Ну что же. Вау, наш главный, видимо, герой выбежал из замка. Его звать Эндар. Мы можем построить двухэтажную башню. Это будет способствовать увеличению прочности и эксплуатации башни. Окей. Меня это устраивает. Давай-ка тогда сюда вот поставим. Побольше лучников сделаем. Есть очень много способов объединения башни, которые требуют контроля командира. Солдат всегда готов выслушать ваши команды. Это хорошо. Так, а могу я вот сюда, например, поставить казармы? Могу. Вау, двухэтажная, ничего себе. Слушай, ну это круто. Так, это что у нас тут такие? Кто вы? Это у нас велданы какие-то идут. Копейщики. Похоже чем-то на гоблинов, да? Хорош орать. Вау, Эндар там вертушку делает. Так, следующая волна. Командир орков, такой грозный чувак. А это кто такие? Что за шитики? Это у нас орки. Мелкие-мелкие орки, ладно. Эндар, давай-ка. Посмотрим, как ты себя будешь вести в бою. Отлично, все у тебя хорошо получается. Давай бомби их, не щадя живота. Интересно, эта толпучка на нас пойдет или нет? Что-то они стоят там, знаешь, наблюдают. Что-то они там хотят сделать. Так, смотрите, здесь уже Веревольф. То есть, как бы такие орки на псах. Ну, мы их расстреливаем, вроде бы неплохо. Тем более, тут у нас Эндер. Он вообще валит божественно этих врагов. Так, давай-ка еще разочек. Тут у нас вообще непроходимая база, да? Смотрите, сколько у нас солдат. Так что им сюда не зайти, это однозначно. Ёлки-палки, там еще и дракон летит. О, психует. Отступают? Удивительно круто, но вождь врагов сбежал. Нам нужно следить за их дальнейшими шагами, говорит нам Лиса. Виктори! И мы получили с вами 3 звездочки и 100 алмазов. Так, переигровка. Это, я так понимаю, мы с вами, наверное, можем умножить наши алмазы, но для этого нужно посмотреть видео. Пока не будем. Давай смотреть, что нам сулит дальше эта игра. А вы, ребят, не забывайте ставить лайкосики и комментировать. Так, что у нас здесь есть? Мы временно изгоняем врагов из замка, но они все еще очень толпы и сильны. Так, это у нас второй уровень. Герой, задание, магазин. А могу я? Нет, не могу никуда зайти, да? Мне обязательно нужно отправиться сюда. Старый утес. Битва за Эдуарда была победоносной, но остатки силы темного черепа отступили к старому утесу, ожидая возможности нанести ответный удар. Осознав это, король приказал своей армии уничтожить их. Уровень сложности у нас идет обычный. Поехали. Раз сам король нас отправил, как я могу ослушаться? Естественно, никак. Ёлки-палки, это что такое? Это хвост? Враги все равно не останавливаются, но мы их отталкиваем. Ну и шутка. Просто подожди, мы вернемся, и ты не сможешь остановить нас. Виномоус. Ёпрсты, ребята, что за Виномоус тут еще? Вызываем волну. Так, это у нас, я так понимаю, видимо, маг. Точно маг. Давай-ка его немножко улучшим.
Враг сильнее, чем мы думали. Теперь нам нужно обновить башню, чтобы увеличить силу. Так я только что хотел это сделать. Так, башня набирает силу, атакует две цели. Вот это хорошо. Так, ох, это кто такие у нас это? Годзилла, ничего себе. Так, а можно мне здесь? Могу, друзья мои, прокачать серебряный топор. Солдаты сильнее, имеют больше запас здоровья и урона. Конечно же, конечно. Ой-ой-ой, а что они так... А что они так сильно бомбят нас? Ну-ка, давай-ка, улучшим мага. Так. Все, сдержали. Слушай-ка, ну действительно тут сложнее стало. А могу ли я как-то улучшить или укрепить их? Дай-ка я вот сюда лучников поставлю. На всякий случай, друзья мои. Так, лучники тоже у нас прокачиваются. Выпускают стрелы быстрее и наносят больше урона. То есть я могу только до второй ступени их прокачивать, да? Как магов и как воинов наших. Что это сейчас было? Воу! Новый герой какой-то у нас выбежал здесь. Файрес Арчер. Хм. Файреса Арчера назвали вихревой стрелой сказочного племени. Ослабленные им стрелы смертельные, но и в то же время прекрасные. Будучи избранным преемником предыдущего лидера, он не смог защищать это племя в борьбе с древними монстрами. Когда монстры вторглись в деревню, он и его люди сделали все возможное, чтобы отразить их. Когда он попытался призвать силу леса, чтобы обрушить на монстров дождь стрел. Но одна волна за другой, жестокие монстры безжалостно нападали. Он был единственным, кто выжил. Оставшись один и охотясь по всей земле, он направился в крепость Двард, чтобы попросить помощи и надеялся, что в конечном итоге сможет отомстить за свой народ. Восстановите здоровье для всех героев и других союзников. Призвать силу леса, чтобы наложить стрелу дождя на указанную область. Вот так вот, ребята. Вот что он умеет делать. Так, переместить его сюда? Хорошо. Переместим. Ну, вот этот вот хвост дракона меня немножко смущает. Причем здесь какой-то крысеныш периодически выглядывает. Ух ты, и 5 монеточек заработал. Так, ладно, не будем отвлекаться. Нам нужно с вами... Герои могут использовать свои навыки, чтобы создать великую силу. Давайте попробуем сейчас. Окей. Сюда, да, кликнуть? А, нет, рядышком. Круто. Мне нравится. Вы можете разместить башню и управлять героями в соответствующем месте, чтобы выиграть. Ну, это я понял. Значит, я вот сюда могу что-то поставить. Давай, наверное, поставим с тобой рыцарей. Так... Двухэтажная башня, ё-моё. Давай-ка срочно бомбить. Шикарные стрелы на самом деле. Очень хороший наносят урон. Так, у нас двухэтажное уже здание, да? У лучников. Это мне нравится. Мы можем с вами также еще, да, хиляться. Об этом не стоит забывать. А ну-ка. Прокачиваем. Вот они какие, мои бойцы. Я боюсь этого вот хвоста, если честно. Мне кажется... Ой, это что такое сейчас будет? Что-то сейчас будет. Так, пока варги бегут. С ними, я думаю, мы справимся. Так, надо нам что-то поставить. А у меня больше нет, да, места? Для ячеек. Хорошо. Давай тогда здесь вот сделаем. Так, лучники, прокачиваемся. Так, ждем, ребят. Опа-на, а вот и летающие монстры. Кто же вы такие-то? Это у нас гримлины. А это? Чупакабра. Да ладно. Еще и чупакабру сюда ввели. Справились. Следующая волна, и это последняя. Я думаю, будут жесткие здесь ребятушки. Так, увеличиваем. Увеличиваем. Вот это мне нравится, что у нас как бы 2 этажа, да, и, соответственно, у нас здесь становится больше воинов. А вот здесь мы, смотрите, с вами поставили как-то вот каменная постройка, да, по идее это для воинов. А сверху еще и лучников, то есть это у нас получается комбинации. Мы можем с вами комбинировать разные виды башен, вот как здесь. Видишь, стоит лучник, а сверху маг. Это прекрасно, кстати. Раньше я такого нигде не видел. Ни в одной игре, чтобы можно было вот так комбинировать. Ну что, мы с вами справились, хвост там что-то... Задергался и ушел.
Ну что же, я считаю, что удачно мы с вами прошли и эту миссию. На стол мазиков получили и продолжаем. Надеюсь, здесь не будет вот этой вот всплывающей рекламы, потому что она очень сильно достает в играх этих. Так, что у нас здесь? Первый день, мы получаем с вами 3 бомбы. И бесплатно на 7-й день получим вот этого вот мага. Окей. Что, можно открыть? Замок обороны, компания. И в дальнейшем, это скоро у нас будет, да? Боевой режим. Очень интересно. Так, задание. Значит, я уже могу здесь собирать реворд. Давай соберем. То есть, если я посмотрю видосик, да, это все дело у нас умножится в 2 раза. Пока я этого делать не буду. Так, давай зайдем в магазин, посмотрим, что у нас здесь. Так, пакет героев. Необходимо пройти 3-й уровень, да, для использования этой функции. Алмазы и предметы. То есть я могу покупать за гемы это все. За алмазы. Окей. Давай смотреть дальше. Что у нас по героям? Ё-моё, героев тоже здесь немало. И первый у нас, ну, как мы знаем, Файерс. Я могу прокачивать, верно же? Воу. Увеличение урона при попадании, да? Повреждение 1500 плюс 225 дамага. Так, это у него стандартное. Тут же еще есть какие-то свойства. Так, это прописано. Оболочки это в дальнейшем. Биография, это мы с вами читали. Так, ну что, дождь стрел тоже можно прокачать? Ё-моё, повреждение 30 тысяч плюс 4500 дополнительно. Не кисло, так, я согласен. Ну что же, мы можем с вами перейти свободненько на 3-й уровень. Что, в принципе, я и хочу сделать. Перевал Жнеца. Следуя оставшимся следам, армия обнаружила новую вражескую базу. Это темная пещера глубоко под землей. Ё-моё. Глубоко под землей, хорошо, давайте проверим, что у нас там за враги будут. Так, секундочку. Пещера, да? Тут у нас, что это тут ползает? Статуя короля. А это кто спит? Какой-то лисенок или тигренок, непонятно. И овечки рядом, не боятся же, да, с хищником рядом находиться. Ух ты, а это что у нас такое? Это что-то новенькое, напоминает мне типа пушки. Ёлки-палки, шикарно. Так, подожди, а... Вот, сделаем. То есть 2-уровневая пушка получается. Зашибись, давай-ка мы сюда, наверное, с тобой поставим наших рыцарей. Так, 2-й этаж сделаем. Больше нам не хватает денег, к сожалению. Ну что ж, давай глянем, что здесь за враги будут. Ну где? Смотрите, причем следы какие тут идут в эту пещеру. Гигантские следики-то. Какой-то курица, что ли. Так, а это кто у нас? Это у нас големы? Вот это големы? Фига себе. Бомбит пушечка эта. Давай-давай-давай ядрами, отлично, шикарно просто. Жители Двард, они всегда готовы помочь нам, но они могут помочь вам только на короткое время. Фермер. Так, а где они? Ага, вот так вот я могу их призвать. Такой чувак, это, короче, ребят, вспомогательная помощь. Ну, вы помнили, да, как в Kingdom Rush. Мы там вызывали вспомогаловку, вот здесь то же самое. Кто там, что там? Тихо, кто это там? Вау, мы что-то тут испугались все. Смотри, что он делает. Ой, статуя поломалась. Смотри, смотри, смотри. Это чувак за нас, что ли? Он за нас, он присоединился. Ему, видимо, не понравилось, что нарушили его сон. Так, я хочу, знаешь, что сделать? Улучшить мага. Вау, шикарно он смотрится. А что это значит, стрелочка вверх? Я могу, наверное, вот так вот сделать. Хм. И тут еще будут дальнейшие, ребят, смотрите, улучшения, но это мы дальше с вами посмотрим. Так, а вот это что такое? Вау. Слушай, нехило. Так, призываем с вами. Подожди, а как нам волну-то призвать? А, они сами пойдут. Все, я понял.
Здесь мы с тобой улучшить ничего не можем, да? Нам не хватает просто голды. Тогда мы с тобой вот этих вот варваров будем улучшать. Ё-моё, тихо. Давай стреляем. Шикарно. Делаем отхил. Вспомогаловку. Вау-вау-вау. Враг слишком силен. Нам нужно больше сил. Удачи. Большая энергия была готова. Какая энергия? Вот это? И я должен сюда, да? Ну, хорошо. И что же сейчас будет? Бам-бам. Летят, бомбит. Давай вызовем волков. Так, подожди, подожди. Куда это вы разогнались? Эй! Вспомогаловку срочно, ребята. Вспомогаловку вызываем. Мы не должны здесь никого пропустить. Честно говоря, я не очень понял, для чего вот эта вот штука нужна. Дает нам силы, я так понимаю, да? Окей. Вот сюда, наверное, мы с вами поставим, я думаю, мага. Давай-ка мы сделаем с тобой вот так вот. И второй этаж. Второй этаж, подожди. Это нужно вот так сделать. Так, и согласиться с этим. Следующая волна. Смотрим. Прокачали мага. Дай-ка я вот этих вот хламонов здесь половлю. Какие-то крысята. Это кто такой? Ага, этот чувак у нас тащил какие-то призы. Непонятные для меня. Так, давай-ка призовем волков. Теневых. Пускай нам помогают. Нечего им расслабляться. И выстрел. Нормуль. Интересно, а у нас лучник этот прокачивается? Или мы его должны сами тренировать? Пока непонятно. Ё-моё, а тут смотрите, что у нас. Есть бомбы. Есть какой-то дирижаблик. Тихо, не надо. Не надо обходить меня. Отлично, разнесли. Тут все у нас пока под контролем. Единственное, что вот у меня очень быстро разбирают моих солдат. Фига, такие бывалые уже. С бородой, с такими тесаками. Крутыши, короче. Вызываем волков. Все, нормуль. Не, ну самое интересное, да, было, когда он тут спал. Вот эта рука упала у короля. И вот этого волка, как говорится, просто раззадорили. Взбесили. Теперь он за нас. Так, ну что же. Давайте ждать следующую волну. А мы пока будем с вами потихонечку здесь выстраивать. Если, конечно, нам хватит денег на постройку здесь. Дорого стоит. Ох ты, смотри. Вот это же чувак, да? Кулаками бомбил. Он, кстати, пошел на нас. Ё-моё. Давай-ка вот так сделаем. Это типа мини-боссика, да? Кто ты такой? Как тебя извеличать? Глокалс. Вот кто он такой. Я так понимаю, с ним лучше не шутить. И с ним лучше не шутить. Так, ну он медлительный. Это нам на руку. Давай-ка мы, наверное, с тобой вызовем сюда вспомогаловку. О! Девчуля со сковородкой. Вам, кстати, это ничего не напоминает? Девушка со сковородкой. Не из одной игры. Так, давай бомбить. Упал. А где мои рыцари-то все? Эй! Их... А, вот они. Вышли. Так, у меня хватит? Хватит у меня денег на прокачку. И все, да? Слушай, ну мы его сейчас забомбим. Это хорошо, что он здесь один. Я думаю, если бы он пошел бы, например, с армией, или таких было бы штук 4-5, я думаю, мы не смогли бы его удержать здесь. Ну-ка, давай. Выстрел, отлично. Но падает уже хламон. Да, мы его победили. И что-нибудь скажут нам или нет? Нет, ничего не скажут. Мы с вами на 3 звездочки. И опять же 100 алмазиков получили. Ага, все-таки он у нас прокачивается. Но пока первого уровня. Да, до второго уровня там много надо будет опыта. Если честно. Так, давай-ка мне дальше. Развитие сюжета. Вау, открылся питомец. Тибальд его звать. Это лучника. Так, призвать волков. Бросить цепь он может. И укус. Так, подожди-ка. Это нам предлагает его купить или... Или что? Или открыть? Друзья, ну, конечно, хотелось бы купить.
Точнее, открыть его, но деньги я тратить сюда не буду. Перебьемся, тогда мы с вами, значит, с Петом. Ну что же, 4-й уровень. Тропа среди болота. Наши земли постепенно отвоевываются у противника, но мы не будем останавливаться на достигнутом. Армия получила приказ продвигаться глубже в земли, где царит страх. Здесь нам нужны хитрые и правильные стратегии, чтобы победить. Я полностью с вами согласен, поэтому давайте, ребят, смотреть, что же дальше тут будет. Смотрите, какая у нас здесь пушка. Причем такой у нее заряд идет. Она сама по себе, походу, делает. Так, что она там делает? Ты серьезно? Прикольно, кстати, сделано. Значит, вот отсюда у нас пойдет враг. Подожди. Ты куда пошел-то, парнишка? Мне просто нужно сделать... Да елки-палки. Вот так вот. Строится. И обстрел. Слушай, ну радиус какой-то маленький, да, если честно, по обстрелу. Давай мы переведем сюда нашего лучника. Сюда я, наверное, вызову солдат. Все, не хватает больше денег. Ну что же, вау. Вот так они пойдут хитрым образом. Если что, мы сюда еще вспомогаловку с тобой вызовем. Начинается обстрел. О, бомбардочка наяривает. Ну, дорого, конечно, стоит на нее грейды, если честно. Так, опять упали. Может быть, нам второй этаж здесь замутить? Как думаешь? Давай-ка сделаем второй этажик с тобой. Вот, и уже тут толпа. Так, и прокачаем. Пока справляемся. Сколько здесь будет волн? 6 волн. Окей. Справились, да? Справились. Ну что, давай вызвать тогда следующую волну. Ой, хорро-хорро. Так, пушка, ты бомби. Слушай, ну она неплохо, она ударяет, и они сразу падают все. Мне это, конечно, очень нравится. Докачаем своих бойцов. Слушай, мне нужно, в принципе, бомбарду эту прокачать тоже. 250 монет не хватает. А, я тут могу ускорить, да? Если тебе кажется, что слишком медленно идет игра, ты можешь нажать сюда, и все будет окей. Новинка, что за новинка, ребята? Ага, это у нас монстры, да, которые присутствуют в этой игре. Рукопашный бой и относительно большой пункт здоровья. Вот у этого чувака? Да ладно, вот это кто такой? Кэп, ну это написано, что скоро будет. Фан-страницы. Так, у нас здесь, это все про башни прописано. Так, это у нас монстры. Подсказки. Драгоценные камни можно забрать, купив их в магазине или выиграв битву. Понятно. Ох ты, бежит. Давай, роднульки. Не пасуем. Так, я, наверное, сюда вот мага еще поставлю. Маг нам обязательно здесь нужен. Так, неужели пробегут? Да, ну, не смогут. А если я вот так сделаю? Слушай, вот на эту вот башню я почему-то не могу, ребята, применить энергию. Она как бы сама по себе, она независимая. Смотри, как маг шпарит. Со скоростью света просто поливает. Это прикольно. Так, ну-ка иди сюда. Мы не должны допустить, чтобы этот охламон тут прошел у нас. Хильнемся. Да ладно, тут еще и летающие юниты сейчас будут. Блин, значит, нам нужно выставить лучников как можно быстрее. Давай. Кто тут у вас? Ага. Гримлины плетят эти, да? Ладно. Подождем. Так, мы с тобой должны вот сюда переместиться. Нам не обязательно стоять прямо на дороге. Мы можем вот тут, извне бомбить. Отлично. Так, а куда бы мне... Вот здесь пускай стоят. Такие варвары. Вот этого я, конечно, честно говоря, не понял прикола. Он сидит, что-то там заряжает, залазит в эту пушку и вылетает. Зачем это делать? Тихо. Так, давай-ка мы, наверное, с тобой, хотел сказать, прокачаем магов. Но ничего у нас не получится. Они быстрые, шустрые. Смотри, что происходит.
Эй-эй-эй-эй-эй-эй, давай-давай-давай-давай. Не должны никого пропустить. Кстати, у нас появилась прокачка. Так, запускает ракету с глобальным радиусом действия, нанося огромный урон врагам, почти достигающим финиша. А здесь огненные пущенные ядра, раздувающиеся вокруг башни, наносящие урон на огромной территории. Хорошо. Давай посмотрим, кто у нас тут следующий пойдет. Опять эта шелупень бежит. Дубич. Нифига у нас какая башенка стала такая позолоченная. Я ведь могу второй этаж ведь сделать. Но не хватает у меня денежек. Слушай, а почему... вот оно что. Смотри, он стоит и плюет в наглую по моим солдатикам. А они стояли как дурачки, ничего не могли сделать. Потому что они чисто ближний бой. Так, а маг, я думаю, сможет подбить? Маг вполне легко подбивает. Смотрите, этого гриблина. Так, подох. А если я вот так сделаю? Вот это мне нравится. Офигеть. Power Stone, да? Так, тут у нас орки. Шелупень всякая. Так, давай-ка мы, наверное, с тобой вот здесь вот прокачаем лучников. Так, увеличение скорости и точности. Увеличение дальности — это преимущество, наносящее больше урона врагам. Так нифига себе радиус какой обстрела становится. Конечно, преимущество. Гримлины, ох ты, тихо. Ты посмотри, их там целая армия летит. Шикарно. Больше не летят. Так, вот здесь вот все-таки надо сделать второй этаж. Мне что-то не нравится. Так, дамаг вырос. А радиус? Радиус обстрела тоже, по-моему, немножко подрос. Ну, с этим мы справимся. Давай, вызываем следующую волну. Это последняя у нас. А, овечки лопаются у нас, оказывается. Что тут в новинках? Ну, этого мы видели с вами, да? Это все видели. Никаких новинок пока нету. Блин! Вон он ползет. Он ползет, друзья мои. И тут он уже будет не один. Видимо, он вызывает подмогу, когда бьет кулаками по земле. Так, а что у нас здесь есть? Увеличьте урон и скорость атаки. Давай сделаем. Что-то у нас как-то с финансами проблемы. Пускай мои... Ух ты, смотри-ка, у нас мечники откуда-то взялись здесь. А это кто такие еще? Это что за шитики? Я не понял. Смотри. Кэп. Давай-давай-давай. Вот этого вот молокососа бомбим. Так, у нас вот здесь вот, да, по-моему, где-то прокачка. Урон. Давай увеличим. Ну что, вы не можете забомбить этого гримлина или глокался? Все, упал. Друзья, ну что, мы прошли с вами. Пока все довольно легко и просто. Ну, у меня опыт в этих играх есть, и могу предположить, как всегда, это самое начало. А дальше такой, знаешь, слабины нам не дадут. Будут просто ордами идти, и мы будем с вами там тушить свой пердак, по-другому не назвать. Так, что здесь у нас? 65 рублей и 1500. Спасибо большое, я как-то перебьюсь. Угу. Древо прокачка, у меня сколько очков? 12, да? Что я могу повысить? Я могу повысить, например, своих солдат. Так, а как вот это вот? Угу. То есть мы с вами укрепили броню. Солдаты, рожденные с начальным ХП, увеличиваются на 20% больше основного ХП. Ну, короче, прирост к здоровью. Так, ну что у нас с вами? Дай-ка я гляну здесь по заданиям. Собирать, собирать. Забрали. Забрали. И все, да? Батальные предметы. Ну, перевод немножко хромает, ребята, но тем не менее, это лучше, чем на английском языке. Тут хотя бы все понятно. Ну что, поехали с вами на 5-й уровень. Мировая карта здесь. А ну-ка, можно ее глянуть? Ага, пока в данный момент нам доступны две карты. Золотая страна и Flying Island. Понятно. Так, ну что, поехали. Смертельный перекресток. То, чего боялся король, сбылось. Враг не только могущественный, но и многочисленный.
Они появились от всего, нападая без устали. Мы должны сохранять бдительность. Это как раз для меня. Я всегда сохраняю бдительность и всегда даю отпор врагам. Так, что мы с вами? Стоим здесь на перепутье. Охраняем вот эту вот дорожку. Тут у нас кто-то пойдет и отсюда, в общем, подготавливаемся. Сэл, ага, я должен потратить 200 монет, чтобы освободить эту ячейку. Пока, я думаю, перебьюсь и начну с бомбардочки, потому что она на самом деле очень хороша. Так, 250 монет у меня еще в запасе есть, и я, наверное, здесь вот поставлю на всякий случай казарму. Без казармы, сами понимаете, я никуда. Так, и прокачаем. Все, поехали, будем смотреть, кто у нас тут пойдет. Это молокосос, это орки. Что нам все время здесь показывают, я не могу понять, а? Близкий бой и низкая мощность. Должны скоро убить их, чтобы получить немного золота для постройки или модернизации башни в первый раз. Ну, это понятно. Так, Веровольф. А почему он без пса? Удивительно. Так, сколько? 400 нужно, ты представляешь? 400 монет, чтобы сделать третью фазу прокачки. А если вот так сделаю? Бам! Шикарненько. Тут не поспоришь. Сейчас мы его добьем. И я смогу, я уже могу. Прокачали. Так, если нам сделать с вами второй этаж. Да, вполне. Вот так вот. То есть прибавляется у нас дамаг. Слушай, а вот это вот уже мне не нравится. У нас... Ну, достаем, достаем. Тут уже, по-моему, будут на варгах, да, у нас враги. Давай-ка мы с тобой поставим сюда лучника. Смотри, идет охламонище. А я могу, знаешь, что сделать? Вот так вот. Хопа. Шикарно. То есть мы вначале его сбиваем, да? С варга он еще пешком идет. Я понял тебя. Давай-ка мы... Нет, пока я здесь ничего делать не буду, не хочу. Мне немножко, конечно, обидно было, что вот этого питомца мы с вами должны, понимаешь ли, приобретать отдельно. Покупать. Так, подожди-ка, что-то мне не нравится вот это все, что у нас тут делается. Вражина просто хочет пробежать здесь. Так, мне нужен вот радиус обстрела. Так, и, наверное, нам нужно с вами улучшить наших солдатиков. Так, там у нас полетят гремлины. Здесь 200 монет тратить. Фига, он как издалека прям шпарит. Красава. Кстати, вот здесь вот тоже было бы неплохо поставить, например, лучника, да, и прокачать его вот с таким вот радиусом обстрела. Он будет полностью брать вот эти две дорожки под свой контроль. Давай-ка вот так вот сделаем. Хубич сразу же. Напалмом. И не забывай, что мы можем с тобой поставить второй этаж. И, кстати, не обязательно из лучников. Мы можем здесь, например, магов поставить, да? Первый этаж будет, например, лучники, а второй этаж маги. Так, прокачаем. Шикарно. Ну, смотри, в чем проблема, ребят. У нас получается прокачка, да? Для каждой башни идет отдельная. То есть вот здесь вот мы с тобой только будем открывать, а здесь у нас уже куплено. То есть как бы две башни независимые, хотя и на одной этой платформе находятся. То есть это нам нужно тратиться намного больше. Так, давай здесь прокачаем. Так, сколько у нас тут? 6 волн, это уже была четвертая. Здесь то же самое, да, получается? Да, здесь то же самое. Ну, ценник, конечно, здесь, ё-моё, 600 монет, 600. А у лучников сколько? По 300. Причем, смотри, здесь прокачка вот почему-то до звездочки. Не знаю, на определенных скиллах только лишь до звездочки. А на других такого нету. Так, тут у нас армия, да? Армия вояк. Я, наверное, сделаю здесь второй этаж. Не-не-не-не-не, выйдите сюда, стойте. Прокачали. Так, это у нас солдаты, экипированы доспехами, имеют больше здоровья и обороноспособности. Получается на 20% меньше урона от основных атак. Ясен перец. Давай вот так вот сделаем.
Вот эта вот штука мне нравится, да? То есть она офигеть как повышает скорость атаки наших башен. Ну и, соответственно, урон. Так, а если я вот здесь магов поставлю? Посмотрим, как это будет примерно выглядеть. То есть, видишь, тут и маги, и лучники. Прикольно. Правда, лучник всего лишь один. Если здесь их двое, даже трое, то тут один. Так, подожди-ка. Что это такое тут у нас происходит? Ребятушки, вы не припухли ли, а? Так, вспомогаловку срочно вызываем. Девчули со сковородкой. Давай вот сюда еще вызовем. То есть двоих я могу сразу вызвать, это прикольно. Так, маг, давай-ка мы тебя докачаем. Создайте магический круг, восстанавливая здоровье солдатам и героям, стоящим внутри. А это магия заставляет врагов атаковать друг друга. Ого. Друг друга, смотри. То есть это получается как бы электрическая молния. Вот она, прикольно, кстати. Смотри, смотри, пошел, хобана. И начал своего же пинать. Ну-ка, давай-ка я еще попробую прокачать 1000 на следующий грейд. Так, магия заставляет врагов атаковать. Иногда темная башня превращает врагов в кур. Ничего себе, так побежал куда-то. Слушай, мне нравится, ребят, вот это вот способности наших башен. Вот интересно, а что здесь будет, если мы до звездочки докачаем? Превращать в кур. Так, а вот это немножко меня напрягает. Ох, ёпарасоте, смотри, кто у нас там прет. Опять этот громозека идет. Блин. Что же будем делать с тобой, а? Давай, наверное, прокачивать по полной программе. Со всех сторон прут. Ой, друзья мои, мне не нравится. Так, что у нас там? Солдаты могут атаковать воздушно-десантных юнитов. Это, конечно, хорошо все. Давай вот так вот сделаем. Эй! Эй! Фу, не успели пройти. А ведь могли бы. Давай вот этого. А, вот он что делает. Он бьет по земле, вызывает вот этих вот хламонов. Все, я понял теперь. Атакуем. Ну. Успел он забомбить. Так, дай-ка я вот это вот прокачаю. Теперь мои, ребята, войска могут атаковать воздушные цели. Это прикольно, максимальная прокачка, да? А здесь у нас, ну это понятно. Это у нас на ХП, на здоровье. Фух, я прошел. На 3 звездочки, по-моему, да? Да, ребят, по красоте. И 300 гемов заработал. Неужели? Фейрос у меня получил 2 уровень. Шикарно. А что-нибудь откроется у него? Какая-то новая способность или нет? В принципе, вряд ли. Там может быть где-то на 5 уровне, на 10 и, наверное, на 15. Что у нас здесь? 6 уровень открылся. Кстати, вот если мы сюда вот дойдем с вами, да? До 12 стадии. Этот пес, по ходу дела, нам достанется бесплатно. Но если ты хочешь, ты его можешь купить. Он, в принципе, недорого стоит. Ну, мне как-то, ребят, жалко тратить денежек. Если он, тем более, здесь бесплатно нам может достаться. Так, мы можем с вами прокачать нашего героя. Смыть за 6000 вот таких вот темных кристаллов. 1500. Слушай, а где эти кристаллы зарабатываются? Я вижу только 5 штук у нас. Угу. Это у нас Вуконг, кстати. Вуконг я видел где? В Империи, да, у нас был Вуконг. Так, тут Джета. Таня. Скорч Блейз. А вот и Эндер. Но Эндер, я думаю, нам достанется и так. Давай, наверное, будем прокачивать потихоньку. Я думаю, что Дождь и Стрел нам пригодится. Шикарненько. Офигеть, у него повреждения здесь, конечно, будут. Да, я согласен. Я согласен. По заданиям у нас что? Собираем. Ну что, дорогие друзья, я думаю, что для первой серии этого будет достаточно. Вы пишите в комментариях, как вам эта игра. Понравилась, не понравилась? Ну, по мне, так лично сойдет. Кажется, просто немножечко такая она простоватенькая. Хотя графически сделано вполне пригодно. Ну что же, будем закругляться. Всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков.